Приходилось ли вам замечать, как много людей утром вот грустные, в плохом настроении? Врачи считают, что одна из причин такого состояния заключена в гипокинезии. Иными словами, в отсутствии физической активности. И ничего удивительного, чтобы оставаться в тонусе, сохранять здоровье, молодость как можно дольше, нужно правильно начинать утро. Верный старт – это утренняя зарядка. Занятия улучшают не только настроение, но и физическую форму, стимулируют метаболизм, укрепляют силу воли и здоровье. После 15-20 минут физических упражнений человек находится в отличном настроении, ощущает прилив сил, бодрость, желание выполнять какую-либо работу. Кроме того, делая зарядку регулярно изо дня в день, через месяц вы наверняка заметите, что еще и похудели на 2-3 килограмма, может быть даже больше. Сегодня у нас в студии Анна Шелученкова, фитнес-тренер. Прямо сейчас Аня мне покажет, что она принесла и с чем мы будем работать сегодня от Ямагучи. Пожалуйста. Ваня, доброе утро. Доброе сегодня утро. У нас будет силовая тренировка с использованием штанги. Но штанга это необычная. Вот это я не видел. Я много чего у вас видел, но это первый раз. Новинка какая-то, да? Да, это одна из новых наших штучек. Она трансформируется. Трансформируется штанга из... В общем, из штанги мы можем трансформировать в гантель и в гилю. Мы сейчас будем все это пробовать. Давай. Смотри, здесь очень удобная регулировка веса. О, как прикольно. Попробуй с двоечки. Так, крутим. Сейчас так, раз. Подожди, я в ту сторону кручу или не в ту? Смотри, не важно. Это уже 1,5. Не важно. Подожди. Давай, ладно, вернем. Вот, ага. Так, сначала. Снимай положение. Коленями. Раз. Оп, взяли. Оп! Я думал, сейчас ты. Так, это отлично. 2 килограмма. Возвращай, пробуй. Возвращаем, подожди. Заодно ты прочувствуешь свой комфортный вес рабочий. Опа, ну комфортный вес у меня. Может, будто, смотри, я еще 7,5 взял. Ну, давай так, что в зависимости от того, что я буду делать. Если становая или прыси, то мне кажется, 2 килограмма было бы хорошо. Давай мы сегодня с тобой поработаем только на руки. Ой, чудесная мысль, Анна. Так. Давай, начнем со штанги. Ну, боже, если мы только на руки работаем, подожди, ну что же, я буду позориться в эфире. Давай мы на 10. Давай на максималочку. 9,5 давай возьму так. Нужно хват снизу. Давай. Исходное положение. Стойка на ширине плеч, колени чуть согнуты. И выполняем сгибание, разгибание рук. Отлично. Отлично, дыхание ровное. Комфортно, очень комфортно. Руки снимайте, да? Руки мои, снимите крупно, пожалуйста. Тони, ну что же, ну ладно. Продолжаем с пружинкой. Три пружинки. Раз, два, три. Отлично. Продолжаем. Раз, два. О, чудесно. Как будто бы я вот на руки взял, как будто бы вот Катю Шитика вот так. Раз. Продолжаем. Один-один. По весу так же примерно, да, я думаю. Один-один. Хопа. Раз. А теперь немножко изменим упражнение. К себе подтягиваем. Штангу к себе. Скажи, таким образом у нас, казалось бы, мы делаем бицепс, но даже разное все равно волокно, да, мышечное у прокачивается. У нас здесь хорошо работает мышцы кора, мышцы спины прорабатываются. О, чудесно. А вот чудесно. Здесь фигурируем. Вы это видите вообще, да? Вы это видите вообще? Поставим. А здесь чередуем. К себе подтянули и сгибание, разгибание. Оп, оп. По одному разу. Раз. Раз. Два. Два. Отлично. Комфортно вообще, невероятно. Ну, с такой штукой я еще ни разу не обращался. А какой еще вид упражнений можно вообще с таким инвентарем дома провести? Здесь все что угодно. Можно приседания, выпады, твоя любимая становая, тяга. Все, возвращаем в исходное положение. Нет, надписью вверх. Надписью, вот так, разворачиваем. Да, я сейчас буквально несколько секунд трансформирую нашу штангу в гирю. Брюки превращаются. Как папа мушучу, господи. Так, тут надо вытащить. Да, они на магните, плюс идут фиксаторы. Я знаешь, как ты это делаешь? Тут, смотри, мне нужна твоя помощь. Давай. Вот эти части нужно вытащить вместе со штангой. Ага, вот так, да? Вот так? Это мы оставляем, а вот эти вот элементы мы вытаскиваем. Я уже думал, что... Это разборная конструкция. Слушай, как интересно. Так, и теперь мы это вставляем вот сюда. И у нас будет гиря, правильно? Все верно. Слушай, как все лихо придумали, а? Сразу видно, вот не дураки. До конца. Давай. О, Анечка, пожалуйста. Раз. Вот, все так просто, магнитик, да? Все так же выбираем килограммовку. Ну, давай, мы... Комфортный вес. Ну, пятнашку возьмем. Опа! Пятнашку. Смотря до чего я ее взял, эту пятнашку. Все отлично. Принимаем положение. Левая нога впереди. Так. Правая сзади. Наоборот. Сейчас мы это раз, вот так, я к тебе поближе. Гирю держим в правой руке в зоне верхнего плечевого пояса. Выполняем приседания. И максимальные точки, когда поднимаем гирю. Опа, вверх. Отлично. Продолжаем. Раз. Ой, как легко и просто. Камера со мной, даже как качается тоже. Сереж хоть поприседал тоже, да? Так, раз. И так, поменяли, да, потом? Раз. Конечно, меняем. Меняем руку. На другую сторону.
Я просто переживаю, там как бы... Нет, там все хорошо. Нет, ну знаешь, я в вас уверен, я в себе не уверен. И еще раз. Продолжаем. Раз. Так, ну в общем, пока я так... Аня, а что можно еще быстренько расскажем нашему зрителю? Что давай еще? Двумя руками возьмем. Давай. Двумя руками. Конечно. Широкая стойка. Слушай, ну видишь, она вылетает. Что я... Так, что-то, видимо, плохо запрепил. Я это видно, видишь, все-таки, в моих руках. Все-таки не доверяй. Может, как женскую сумочку пока подержу ее вот так. Смотри, здесь можно подтягиваем подбородку и локти вверх поднимаем. А, это мы качаем что? Какую часть мышц? Таз сводим назад. Вот так вот. Спина прямая. Здесь также работают мышцы кора. Руки прорабатываем. Отлично, вот так. Дамы и господа, Ямагучи – это воплощение последних разработок в индустрии здорового образа жизни, фитнеса и массажа. Красота, долголетие, крепкий иммунитет – такой эффект дает продукция Ямагучи. Технологии, позволяющие моментально восстанавливать энергию и силы, приводить тело в отличную форму, поддерживать идеальный вес – все это делает продукция Ямагучи бесценно полезной. Заряжаемся энергией из компании Ямагучи. А приобрести продукцию можно в торговых центрах «Экодом», «Стрелка», «Броско-молл», сайт ямагучи.ру. Фу, все. Спасибо большое. Анечка, как всегда, здорово. Я тебе аплодирую. Коллеги мои, поддержите тоже, пожалуйста. Вот. Круто, вы так потренировались за всех, за нас. Вот так стильно, аккуратно выглядит оборудование, но Ваня как-то так напрягся, что аж мне тяжелее дышать стало. Нет, ну просто я как бы... Я Максим, мистер естественности. Благодарю кого? Анну. Кого-кого? Анну благодарю. Так, все. Анечка, всем большое спасибо.